Всем привет, с вами Дэн, и со мной сегодня Жура. Всем привет. И сразу же хочу сказать, не обращайте внимания на вот эту вот табличку сверху, просто у меня сейчас бета-тест игры, ну, в принципе, как и у Журы. Что же означает этот бета-тест? Это значит, что те, кто в нем участвует, могут протестировать самое новое обновление с самыми первыми. А также они могут помогать разработчику, кидать ему всякие баги, и он будет их фиксить. Что мы, конечно же, делаем каждый бета-тест. Их было два. Если вы смотрите это видео, значит, обнова уже вышла. Конечно, я снял это видео заранее, чтобы потом не было проблем. Но сюрпризы в этом видео будут. Я сам, конечно, приофигел, когда кое-что узнал. Это мы узнаем попозже. Погнали к обзору. Первая — это версия игры, теперь это 2.2.0. Также добавили одну новую карту на сэндбокс, и это очень классная карта. Сейчас вы узнаете почему. Сейчас просто смотрите, и вы все поймете. Не, ну согласитесь, это очень классно. Также добавили режим камеры. Как вы видите, у Дэна нету кнопок. Чтобы это сделать, вам нужно зайти в настройки и найти этот режим камеры. Еще можно скрыть имена и его полоску ХП. Я думаю, что для фильмов это будет очень полезно. А теперь давайте перейдем к новым предметам. Первое — это пакет с мусором. Скорее всего, он понадобится только в РП, хотя видео тоже можно использовать. Это, судя по всему, школьный шкафчик. Он, к сожалению, не открывается, но может играть роль декора. И теперь самое интересное, что меня больше всего заинтересовало и больше всего понравилось в этом обновлении. Вот вы видите этот компьютер или телевизор, я не знаю, и камеру. Чтобы вы понимали, эта камера снимает и передает на экран все, что происходит. Но есть очень большой минус. Это работает только на очень мощных телефонах. Так, ребят, срочное включение. Только что вышла бета, вторая версия беты. И смотрите, это работает. Теперь это работает на всех телефонах. Это я не знаю, как это описать. Это очень классно. Назовите мне хоть одну мобильную игру, где такое есть. Вы же представляете, сколько всего можно с этим сделать? Я впервые такое вижу вообще в игре. Добавили кнопку, чтобы убирать кик. Когда вы играете в разные режимы, вам высвечивается табло с киком. И многих игроков это бесит. Специально для этого добавили вот эту функцию. Мне очень понравилась эта идея с камерой. А вам как? Напишите в комментариях. Добавили еще один телевизор, на котором видео с какой-то танцующей собачкой. И два новых вида дерева. Ну и самое последнее, это новое оружие. Боксерские перчатки. По звуку кажется, что они бьются скоростью света. Убивают очень быстро, но вот имба только в ближнем бою. Ну вот, в принципе, и все, что добавили в этой обнове. Надеюсь, вам понравился обзор, и вы оцените его лайком и подпиской. Ну а с вами был я, Дэн19К. И Жура24К. Всем пока. Всем пока.